Как понять, что я правильно теги подобрала? Как себя проверить? Может, по моим тегам никто ничего не ищет. Вы вводите, мы же говорили, мы проверяем тогда в этом случае, мы проявляем на конкурентность. То есть, если вы подобрали какие-то теги, которые не конкурентны, то, скорее всего, либо вы неправильно ищете, либо вы в той нише, где конкурентов нет, просто потому что это никому не надо. Ну, например, если вы будете делать тег, или там вот сейчас вы будете делать ролик о том, как нарядить белоснежную елку красными шарами, то, скорее всего, такого не будет. И даже в Новый год этот запрос будет 3, там, 5, 15 запросов. Надо понимать, что чем большему количеству людей вы дадите полезную, интересную информацию, тем лучше. Вот этот вот ролик с этими запросами можно использовать как для сайта, так для блога, так и для YouTube. Он универсальный. А потом я уже ученикам школы видеоблогеров буду делать это все под какую-то нишу определенную, уже там целевую там, да, разбирать. Просто собирайте. Мы сейчас в школе будем делать целый блог потом по тому, как работать с X-Mine картами. Я с учениками, с учителями школы работаю с X-Mine картами, умные карты. Да? Разлаживайте себе, то есть визуализируйте свои ключевые слова, собирайте их. И если вы, знаете, ищите конкурентов, вы увидели, очень часто бывает так, что вот как я ищу, я обвожу запрос и очень часто нахожу какой-то канал, где есть 15 видео, и человек, не дождавшись результата, закинул его, но он потратил, допустим, месяц своей жизни на собрание этих вот 15 роликов. Но возьмите себе эту идею и живите с форматом, что лучше хорошо украсть, чем плохо придумать. Этот то есть вот я в школе делал ролики, да, заимствовать не стыдно. Если вы взяли чей-то ролик и сделали его лучше, то это будет плюс только вам, понимаете? Берите свои ключи, теги и начинайте кластеризировать их, разделять. Один и тот же тег, он может быть и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Вы должны просто понимать. И вам будет проще искать. Под эти теги делать план на видео. Посмотрите, у нас есть видео, контент-план для вашего канала, пример, где мы написали, как сделать 100 роликов. Адаптируйте это под себя и разбирайте теги. И будет огонь, будет прям хорошо.